Если нет другой дороги, отправляйся в педагоги. Такая обидная, расхожая поговорка бытовала. Ну, это не для вас. Достаточно долгое и время. Не для меня. Нет, нет. Мы заканчивали, да, и получали образование педагога в те времена, когда статус и престиж педагога был очень высок. Смею заметить, все мы в какой-то степени учителя. Великое звание. Исчезнет учитель, не будет ни ученых, ни специалистов, инженеров и даже врачей. Так вот, что касается статуса, размышляя над этим, я все-таки прихожу к выводу, все от него зависит. Нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая. Обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю, что смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы.